Серьезно, Виталий Петров, выступающий за команду «Лотус Рено». Любой этот первый пьедестал в карьере. Вот, кушает. Залез в тарелку, печенье. Кушает. На седьмом и восьмом местах. В кубке конструкторов лидерство захватила команда «Ред Булл». Копал себе за щеки, насыхал. Вон у него щека одна больше. Справа. Проходящего американского Орландо. В третий день соревнований Полиспаром 72 он прошел за 70 ударов и с суммой в 205 на 2 удара опережает американца Спенсера Левина. Для которого так почесался в тарелке. Не совсем удачно. А один из его мячей даже угодил в воду. Тем не менее, с результатом на один меньше пара он сохраняет шансы на победу. Все, пошел. Пошел. Ну, там надо это, чайник отодвинуть немножко. Он пролезет. А Уотсон третий раунд прошел за 68 ударов и вошел в число лидеров. А это кому оставил? Да и дал бы печенье. Все, пошел, пошел, пролез. Через черный ход ушел. Да. Будем его искать. О! Он уже туда. О, уже сбег. Убег уже. Побег установил. Во-во-во-во-во. Так. Еще в уголке осталось. Кучку сделать. Ку-ку, мы тут. Клетка-то тут рядом находится. Хомка! Хомка! У-у-у! Хомка!